Компания «Сатурн Нордстрой» отказалась от своих планов по разработке карьеры в Сумском Бару. Информация об этом появилась на сайте правительства республики. Таким образом, противостояние жителей деревни Суна и компании «Сатурн Нордстрой», длившееся с 2015 года, завершилось победой местного населения. О решении отказаться от права пользования недрами в Сумском Бару компания «Сатурн Нордстрой» уведомила Министерство по природопользованию 17 марта. Это повлечет расторжение договора аренды лесного участка. Конфликтную ситуацию удалось разрешить после вмешательства Артура Парфенчикова. Все процедуры по оформлению лесного участка с целью недропользования были проведены в соответствии с законом. Вот только голос людей, для которых Сумский Бор – это неотъемлемая часть их истории и образа жизни, никто не услышал. Это фрагмент заявления временно исполняющего обязанности главы Карелии, опубликованное на сайте правительства. По его просьбе с руководством «Сатурн Нордстроя» провели переговоры, после чего была инициирована процедура прекращения права пользования недрами на месторождении Южно-Сумское. Несмотря на сделанные в СМИ заявления о прекращении противостояния, сумские партизаны пока не спешат покидать свой лагерь в Бару. Мы уйдем из леса, когда у нас будет официальная бумага от нашего правительства, гарантированная, которая будет давать нам гарантию, что здесь не будет разрабатываться и не будет вырубаться лес. В пресс-службе правительства нам сообщили, что никаких писем защитникам Сумского Бора власти писать не собираются. По информации Республиканского министерства по природопользованию, сегодня на заседании комиссии принято решение об удовлетворении заявления директора «Сатурн Нордстрой» о прекращении права пользования недрами. Эту и другую официальную информацию по данному делу опубликуют на сайте правительства Карелии.